Всем большой-большой привет, спасибо, что зашли на мой канал, я очень рада вас видеть. Сегодня я буду вязать милые сердечки из остатков пряжи. Подобные видео у меня уже были и такие же сердечки, и были разные вариации, но это было уже давно, они давно перестали всплывать в поиске, я решила эту тему освежить. Буду использовать пряжу, которая вот у меня осталась от недавних моих поделок. Например, вот эта розовая, даже нет, не могу назвать ее розовой, это, по-моему, такой нежный коралловый цвет. Этот кусочек у меня остался от моего знаменитого шарфа, который я полностью связала соединительными петлями, но зато огромным-огромным крючком. Получился интересный эффект. Вот упаковка от этой пряжи. Рассчитана она на крючок десятку, я буду использовать 9-миллиметровый. А в прошлый раз я использовала 2-сантиметровый. Итак, начинается все с волшебного кольца. И на это сердечко уйдет у вас не более 5 минут, а с набитой рукой намного меньше даже. Итак, сначала я вяжу 2 воздушных петли. Не в петлю, а как бы исходя из петли. Теперь я вяжу 2 столбика с накидом. И обратите внимание, что я сразу прячу хвостик. Прячу его под петлями, чтобы потом не обрезать, чтобы он не торчал. Так вот, после 2 столбиков с накидом я вяжу 3 полустолбика с накидом. Столбики и полустолбики начинаются одинаково, они заканчиваются по-разному. Вот в полустолбиках я сразу через 3 провожу, а в настоящих столбиках через 2, потом еще раз через 2. После 3 полустолбиков я вяжу 1 настоящий столбик снова. Ну а дальше все то же самое в обратном порядке. 3 полустолбика, потом 2 столбика. Остается только соединить 2 воздушных петли. То, с чего мы начинали. Иду вот так в серединку. И затягиваю. Вот, если вам нужна петелька, может быть, если вы хотите подвешивать это сердечко, то можно ее оставить. Если нет, то затянуть. Можно сделать из этого какой-нибудь брелок или просто подвеску. Можно куда-нибудь пришить на шапочку, на шарф, на какую-то кофточку. Можно кому-нибудь подарить, например, на День Святого Валентина. Я благодарю вас за внимание, ставьте лайки, если видео понравилось, оставляйте ваши комментарии и смотрите меня почаще. У меня на канале вы найдете много всего интересного, красивого, полезного и иногда даже вкусного. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!